оренбургский лингвист, краевед, специалист по диалектологии и топонимике Борис Александрович Моисеев. 10 интересных фактов о его научной деятельности, жизни и экспедициях. Факт номер один. Все началось с паники. Борис Александрович родился в 1925 году в Солилецке, тогда еще Оренбургской губернии. Мальчиком он озадачился загадкой названия села Оренбургского района Паники. С товарищами он попытался выяснить, откуда взялось такое наименование населенного пункта. Добравшись до этого села, у местной жительницы ребята выяснили, что неправильно прочитали название села. Оказалось, что населенный пункт назывался не Паникой, а Паникой. Это было связано с протекающей рядом речкой, которая весной сильно разливалась, а летом почти высыхала, то есть паникала. Так паника разбудила в Борисе Александровиче страсть к филологии. Факт номер два. Любимое занятие переросло в работу. Поступив в Чкаловский, ныне Оренбургский педагогический институт, на историко-филологический факультет, Моисеев с первого курса включился в изучение русской диалектологии под руководством членов кафедры русского языка, которые вели большую работу по сбору и анализу говоров Чкаловской, ныне Оренбургской области. Первым настойчивость и целеустремленность студента заметил профессор Латкин. Он и посоветовал молодому человеку серьезно заняться говорами родного Солилецкого района. Так любимое дело переросло в научную работу. Свои исследования Борис Александрович продолжил в аспирантуре и в 1955 году защитил кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете. Факт номер три. Патриот родного края. После аспирантуры молодого ученого направили в Смоленск. Однако тесная связь с Оренбуржьем не позволила Борису Александровичу остаться там надолго, и в 1958 году он возвращается в родной Оренбургский пединститут, где проработал более 30 лет. Факт номер 4. Охотник за словами. Бориса Александровича часто называют патриархом оренбургской филологии и охотником за словами. Дело в том, что на протяжении долгих лет Моисеев являлся единственным исследователем в области оренбургских говоров. С блокнотом и карандашом в руках он исходил вдоль и поперек практически все Оренбуржье. Факт номер 5. В экспедициях приобщал к науке. Более 30 лет ученый, изучая и описывая оренбургское языковое пространство, приобщал к этому своих учеников. Ежегодно студенческие группы во главе с преподавателем Моисеевым отправлялись в отдаленные села и деревни, где записывали сказки, песни и легенды, связанные с происхождением названий оренбургских сел, рек и гор. Факт номер 6. Ожидание в четверть века. За время работы в пединституте ученый неоднократно выступал на научных конференциях, публиковал статьи по диалектологии и топонимике Оренбургского края в известных научных изданиях, а также готовил к печати хрестоматию оренбургских говоров и Оренбургский областной словарь. Однако эти монографии ждали своей публикации почти четверть века. Только в 2005 году была издана монография Моисеева «Хрестоматия оренбургских говоров», а через 5 лет был опубликован Оренбургский областной словарь. Факт номер 7. Буденщина – это свежие сливки. В марте 2017 года состоялась презентация книги Моисеева «Топонимистические очерки Оренбуржья», в рамках которой гости говорили не только о русском языке, географических названиях и народных говорах Оренбуржья, но и приняли участие в лингвистической игре, в рамках которой узнали, что «мазюкать» и «думать» – это одно и то же, что «буденщина» – это свежие сливки, а «водить танки» – просто водить хороводы. Факт номер 8. Лауреат престижной премии.
в 2017 году лауреатом региональной литературной премии имени Рычкова в номинации «Художественно-публицистическое произведение» стал Борис Александрович Моисеев с книгой «Топонимистические очерки Оренбуржья», которая приобрела большую популярность как среди жителей области, так и среди гостей нашего региона. Факт номер 9. Моисеевские чтения. К 90-летнему юбилею Бориса Александровича по инициативе коллектива научно-исследовательской лаборатории «Междисциплинарные лингвистические исследования» Оренбургского педагогического университета были проведены первые моисеевские чтения. Ученые из научно-исследовательских институтов Российской академии наук, вузов России и Украины, разделяющие научные интересы юбиляра, опубликовали в его честь свои статьи. Факт номер 10. Новый формат. В 2020 году прошли шестые моисеевские чтения, но уже в новом формате. На платформе социальной сети ВКонтакте была создана официальная страничка конференции, где на протяжении 3 дней ученые, бакалавры, магистранты и аспиранты из Китая, Словакии, Украины, Киргизии и городов России выкладывали свои доклады и презентации, связанные с различными аспектами изучения национальных и региональных особенностей языка. В конференции также принял участие и сам Борис Александрович, который поздравил участников с началом чтений и пожелал им продуктивной работы, хороших впечатлений и научных достижений.